Смотрите, тут можно фармить их вообще, пипец. Изи. Ой-о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 й. Извините, пожалуйста. Это лучники, значит, плохие были, блин. Нифига ты нам насандалил, навешал. Смотри, а неплохо сейчас засандалили. Сколько у нас? 12%, 4... 4 раза попали. Нормально. 10 секунд боя, один день отдыхаем. Просто кайф. Вот завойная игра, нормально. Блин, обалдеть. Уходи. Давай еще разочек, разочек всего. Хорош. Наконец-то, тупица, блин. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательнейшей игрушечки. Культ Heretic Kingdoms. Вот, черт возьми, никогда не запомню. Так, ну и в прошлой серии мы прибежали в логово этих разбойников, какие-то там лагерь разбойников, вот, и давайте продолжать с ними разбираться. Тут у нас лучники и, в принципе, все милишники, поэтому мы стали прокачивать вот эти вот земные всякие типы даров, которые у нас еще не открыты. Возможно, они как раз таки будут нам полезны, да. Но по идее все ближние бои, вот эти вот, земля стихии, это просто дополнительно 50% там урона огнем, да, или там этой, как его, землей, ну в общем. Вот, это скорее всего пригодится нам позже, потому что блин, как мне сразу бы показывалось, это пригодится нам позже, потому что возможно, возможно, не знаю, будут какие-то противники, у которых будет иммун там к огню или что-нибудь типа такое, или наоборот уязвимость. В общем, ладно, все, давайте так, погнали. Нам надо сейчас вот этого лучника как-то выманить. Или не лучника, можно кого-то? Лучники, я так понимаю, да, вот этот двинулся. Двое. Ладно, пойдет. Двое так двое. Сейчас нам надо качать как раз-таки вот эту земную стихию, поэтому... Ой-ой-ой-ой, их там трое. Ну давайте, уроды. Что-то быстро больно. 400, 400. Сколько у нас прокачалось? 40. О-о-о! Еще и главарь какой-то. Черт бы вас побрал. Я понял. Так, надо как-то поаккуратнее. По одному... По одному еще ладно, ничего, но вот всех, когда загришь, это вообще жопа полная. Так что это вообще не вариант. Давайте потихонечку как-то по одному. Возможно, они, в принципе, все агрятся толпой, поэтому черт его знает. Так, вот один есть. Давайте попробуем. Лучше с лучниками фиг с ним, разберемся еще. Так, остальные бегут к нам? Нет, вроде, да? Ну давай в рот. Да, нормально, один. Постоянно хилиться надо. Мне кажется, это выгоднее, чем... Да и нас тут пробить могут. Так, я понял. Я понял. Все, уходим. Уходим, уходим. Так, военный лагерь. У нас тут как раз-таки можно отдохнуть. Жалко, у нас нет дара на против людей. У нас есть вот носимый гоблином и суром. Это нам пригодится. Вот, но больше вроде как ни черта у нас нет, блин, поэтому просто пока отдыхаем. Так, давай. Так, отдохнуть до утра. Все, пока вот это все оставляем. Громовой клинок, это ледяной клинок, это все круто, но у нас дрожь земли. Ни черта оружия на этого нет, поэтому пес с ним. Пока оставим с этими. Потом уже когда прокачаем, тогда будем пользоваться. В принципе, даже вот так можно, да, сделать. Чтобы бегал. Ну ладно. Так, что у нас по 237? Ну неплохо, неплохо. Так, лагерь разбойников. И он тут у нас стоял и ждал, да? А, нет, нет, нормально ждал. Так, ну все, урод, давай. 183, нормально. Скорость бы, да, атаки побольше. Так, большой меч, но он у нас есть уже. Он обычный, да? Тяжелый меч. Да, водная. Ледяной клинок. Да, он у нас есть. Давайте тогда его положим, чтобы он нам не мешал. Так, бич гоблина. Тут у нас все открыто. Путь воина. Вот это бы, конечно, неплохо ей бить. Но, по сути, одно и то же. То есть, получается, здесь, смотрите, 10, да? Здесь 5.
Разве что шанс крита, и можно взять его увеличенным, и тогда у нас 20 шанс крита будет. Тогда, в принципе, вроде как неплохо. Но тоже. Так, ну-ка. Один. О, отлично, одного заманили. По одному вообще нормально. По одному вообще отлично. Так, ну давай. Ух ты. 400. Я вообще наношу урон-то ему. Мне кажется, один крит, и меня нет. Так, ну в любом случае, я хочу отыгрывать через воина, поэтому, ребята, будем так. Потому что я мог бы спокойно их перевалить с помощью магии, но черт возьми, мы играем за воина. Поэтому будем этот самый хилиться, вот, и... Интересно, а как-то... аукнется нам то, что у нас часы вот идут. Здесь 24 дня, да, 25 дней. Или, прикиньте, это будет как-то очень важно. То есть, типа, ты не успел там, тра-та-та, я тогда, у меня та жопа сгорит. Вообще просто невероятно. Потому что у нас только и занимаемся этим, блин, что отдыхаем из-за битвы. Давай, урод, иди сюда. О. Крит 205 урона. Не, ну от такого, так уж, конечно, извините, меня вообще не застрахован. От этого вообще ничего не поделаю. Что тут такое, блин? Очень надеюсь, 25, ну вроде норм. От такого точно ничего не спасет, блин, пипец. Так, лагерь разбойников, погнали. Зараза такая, 205, офигеть. Ой-ой-ой-ой, ты-то что тут забыл? Завалить бы вот этого. Да ты, зараза. Блин. А чё это тут, тут попался, блин? Мне кажется, это рандомный. Вот этот челобас, он, короче, рандомно этот самый появился. И, кстати говоря, это неплохо, потому что это, скажем так, опыт, да? Но если он сейчас появится, то отлично будет. Вот это нам повезло. Так, подожди. Надо вот так сделать. Офигеть! Вот это кайф! Это все-таки опыт. Так, давай сохранимся. Это все-таки опыт. Пойдет. Так, лагерь разбойников. Погнали. Офигеть. Немножко, но повалим. Так, пойдет. Сейчас потихонечку перевалим их, перевалим. Так, я дерусь именно вот из-за того, чтобы этот сраный открылся. И вот этот вот сраный открылся. Посмотрим сразу, что там за дары будут. Потому что тут именно милишные дары будет отличный дар. Возвращает весь урон, который нанес противник. Вот я как раз-таки его и хочу попробовать. То есть играть как раз через защиту. То есть стоять и обратно отдавать урон. Это, как по-моему, вообще классная тема. Вот, поэтому... И хочется попробовать его. Так, 310. Так, ну вроде как попадаем немножко, но попадаем. Да, тут надо, короче, как-то заранее уходить. Иначе ГГ. Так, давай пораньше тут, вот так вот. В общем, надо как-то заранее уходить отсюда. Так, все, уж ходим. О, тут вообще... все одновременно, блин, пипец. Жесть. Все одновременно. Надо было, короче, хилиться идти. Зараза. Здесь 46. Ну, кстати, неплохо сейчас. 190. Ой-ой-ой. Так, отлично. Вот сейчас неплохо. Сейчас мы там одному напихали. Сейчас подхилимся. Восстановим 59. Витамин получает 59 урона. Обалдеть. Фу, вот это жесть. Так, 25, 27 дней пойдет. Пойдет. Но там эти лоботрясы появились, что отлично вообще. Потому что это дополнительный опыт.
Так, у нас 160, отлично, по тридцатнику бьем. Вот это жесть. Вот это жесть. Очень надеюсь, что здесь бесконечный у нас этот. Ну, на поиск там у нас не ограничено днями, потому что если это так, то еще вот жопа я бросаю, я знаю. Это будет вообще жопа полная. Офигеть. Ой, пипец. Так, давай сохраняемся. А, запомни, что здесь мы очень много времени потеряли. На всякий случай, мало ли чего. Так, давай этого сначала добьем. По идее, надо бы, наверное, бить... Ух ты, опять, ну от критов тут ничего не сделаешь. Надо вот этого, наверное, с секира первым-то валить было. Он у нас уже потрепанный. Вот, и как бы... Но уже за этого взялись, так ладно, фиг с ним. Так, вот дар мы прокачали, отлично. Очень надеюсь, что сейчас все это не пропадет. На всякий случай не буду сохраняться. На всякий случай. Потому что если все это добро пропадет, у меня жопа просто сгорит. Так, отдохнуть. А, подожди, отдохнуть. Подожди. Блин. Че у нас с дарами-то? Там дары, две штуки какие-то открылись. Выживание и ядовитый... Ну, ядовитый клинок, это понятно. Кстати, сейчас его возьмем. А выживание что такое? Земная стихия увеличивает коэффициент исцеления для медикаментов на 50%. Это означает, что в случае лечения вы будете терять меньше единиц крови. Вот это да! Вот это вещь. Вот это круть. Так, что у нас следующее прокачивать? Легкий бой, огненная. Вот это класс, да? Ну, огненный, ладно, понятно. Огненная стихия, ближний бой. То есть, в принципе, то же самое. Давай, наверное, так же попробуем. А, только, нифига себе, вот эта вещь. Сейчас хилится бомб, просто зверь. Так, рунный клинок нам получается огненный. А, огненный шар у нас нету, да, его. Дрожь земли, ледяной удар. Так, ядовитый клинок, это все понятно. Так, левитация, выживание, вот она, выживание. И еще что-то взять. Без стихии, но у нас со стихией, поэтому что-то надо такое, чтобы у нас работало уже. Зверобой, оружие, бич духов. Тропа духов, защитная аура, это все ерунда. Гоблинам и сурам. Ну, ладно, пока нам тут... Да, нам тут ничего не надо. Пока без этого, блин. Один у нас лишний. Так, давайте посмотрим. Так, ага, как медленно, ужас. О, давайте попробуем тогда, получается, этим побить. Не будем пока сохраняться. Если сейчас шмотки там остались, то нормально. Нормально. Шмотки остались. Ну давай. Ох, как бьет. Неплохо. 400, обалдеть. Смотри, как хилимся. Вот это имбища. Нам не хватало выживания, ребят. Обалдеть, вы посмотрите. Офигеть. Вот это кайф. Ну это, наверное, из-за лучников так-то, по идее. Но зато смотри, как мы хилимся. Просто тупо иди. А что тогда, крит так работает? Или что это? Трясется-то все. Смотри, вообще неубиваемый, обалдеть. Сейчас быстренько прокачаем огненную эту лабуду. Так, надо все тут забирать нахрен. Шлем бригадины эти все. Блин, вот это вот дрянь. Ее надо как-то... Нифига тут шлемаки. Так, он у нас стреляет еще или нет? Вроде не стреляет. Отлично. Так, надо все собрать, пока-то все не пропало. И сразу бы вставить что-нибудь, что у нас будет на прокачку. Так, на прокачку это у нас осталось 60%. Обалдеть. Почти уже прокачались у нас. Так, бригадины, это все понятно. Эти у нас есть, да? Так, блин, как круто, слушайте. Ой-ой-ой, такое ощущение, кто-то по нам лупит, нет? Нет, вроде, это, видимо, хп это. Окей, так, с этим прям вообще здорово, мне очень понравилось. Вообще здорово, кайф. Так, огненно, одна и та же, получается, потому что прокачиваться, окей. Так, тут все у нас прокачано. Здесь тоже, блин, мы все прокачали, все, что можно, обалдеть. Да, все. Так, ладно, окей, все тогда прокачали, давайте собирать бриллиантовый какой-то этот...
Да, блин! Неужели? Нет. А чё, мы типа это не сверём? Боевой топор, правый карвенский. О, да! Походу, это не соберем мы. А, кстати, соберем. Потому что он вроде как смог забрать. Так, шлем бригадина. Это у нас, да, плутовское счастье. У нас все открыто. Так, кровопускание. Это что такое? Земная стихия. Солнечный свет вообще говно. Теперь мы с зеленым плащом. Вот это вещь. Блин, слушайте, как классная игра. Так, вот мы, смотрите, берем боевой топор. Вот, он взял его, но успел сходить. Ну ладно, в принципе, это не важно. Главное, что он его взял. Смотрите, тут можно фармить их вообще, пипец. Изи. Ой-о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 й. Извините, пожалуйста. Это лучники, значит, плохие были, блин. Нифига ты нам насандалил, навешал. Обалдеть. Так, огненный у нас не прокачался. У нас прокачалось... Так, ну, выживание мы, в принципе, взяли, да? Земная стихия 0%. Ну ладно, давай сначала вот это докачаем огненную, а потом уже земной стихии. У нас ее полно. Вот, и не проблема будет. Блин, круто. Круто-прикруто. Так. Вроде сейчас, по крайней мере, хотя бы начинает этот играться как-то нормально. Как его? Милишник. 400! Обалдеть. Зато смотри, как хилимся мы, офигеть. Хорош. Один на один уже так достаточно нормально. Нормас. Сейчас, может, еще что-нибудь крутое откроем. Вот этот солнечный свет тут вот откроется бы, вот это вот открылось. Вообще кайф был бы. Главное, чтобы... главное, у меня проблема сейчас, это опасение, что у нас там какое-то ограничение будет по этим... По дням. Это самое мерзкое, что может быть. А то, знаете, там, вы не успели, вы слишком поздно, и что-нибудь типа такого. И все, пипец. Иди нафиг. Да вот прикол. Семьдесят шесть, это мы наносим? Нет, мы по тридцатнику. Ага, что там прокачали, дар. Так, уходим пока, уходим. Так, что за дар? Давайте смотреть. О боже, сколько же даров. Так, огненный клинок. 9-15, ну это быстрый у нас. Так, быстрый огненный клинок. Ну, в принципе, то же самое, наверное, да? Огненный клинок, да, 50%. Так, сейчас у нас прокачка идет земной. Вот. То есть мы, по сути, все прокачали, кроме, наверное, этой дубины, да, огненной. И то она, по-моему, прокачана у нас. То есть нам на земную сейчас брать. Но с земной у меня что-то нет нифига. Здесь только зачаровать что-нибудь. Водяная. Так, это отсутствует, отсутствует. Нам надо... А, вот она, земляная, да? Вот земная. Сейчас ей будем лупить. Нормас. Так, этот прокачан, огненный клинок. Сейчас возьмем земную. Сколько у него крита? 5. Надо вот этот бы на земную, блин, зачарованный. Был бы здорово. Так, вот тоже огненный клинок. То есть у нас все получается сейчас открыто. Дальний бой я даже открывать не буду. Толку нам никакого от него, мы вообще не пользуемся. Мы либо магия, либо воином, поэтому даже тратить время не буду. Еще было бы, кстати говоря, неплохо этот торговцу бы найти, черт возьми. Торговца нет. Так, воздушный мой. Ладно, все, вот этим клинком сейчас будем лупить. Давайте возьмем тогда. Так, у нас получается 9% щит и 15% брони. Так, берем ядовитый клинок, получается, да? У нас 50% будет выживание. Земная стихия, рыцарская доблесть, огненный дождь, превосходство. И, наверное, можно взять место пока... Нет, огненный дождь пока пригодится нам. Хотя, мы все равно не стреляем. Давайте попробуем так. Где там? Путь воина, во. А, без стихии, блин. Ну, по сути, то же самое. То есть, либо крит, либо урон этим, да? Тогда разницы никакой. Да, давай дождь огненный, фиг с ним. То есть шилу намыло, грубо говоря. Так, давай забивать тогда все. Так, это закроем. Все, чем не пользуемся. Так, ну блин, даже топор, наверное, этот уже надо бы убирать. Да и этот тоже. Единственный, так, только посох у нас, по сути. О, какой ядовитый. Ох, какой, а чё ж ты какой медленный-то?
Ну так, так и был. Такой и был медленный, обалдеть. Ну ладно, поперли. Всем, всем хана всем. С выживанием теперь вообще класс. С выживанием теперь вообще супер. 85. О, смотри, урон-то попер. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Так, о, новенькая, да? Земная стихия, тяжелый. Так, у нас тут плотское счастье открыто, рыцарская доблесть открыта. Так, давай все скинем, это нам все пригодится. Так, новая дубина какая-то. Сейчас будем ее прокачивать. Ну, по сути, наверное, можно ее сразу взять, да? Она также земная стихия, то есть будет прокачиваться. Давай, наверное, сразу тогда так вот сделаем. А, она не земная стихия, нифига. Надо ей земную стихию сделать. Окей, окей, окей. Давайте тогда... Там лучники, они урона много не наносят, поэтому давайте сразу этой дубине сделаем. Посмотрим, что это такое. Потому что земная у нас прокачана, а это будет, видите, земная стихия оружия. То есть это уже урон не 50%, а еще что-то будет. И вот что это, мне вот жутко интересно. То есть это необычный урон, то есть это второй уровень уже у нас идет. Так, снова... Так, ага, сменить. Это мерзкий топор, так, подожди, это не то. Надо одеть ее. Сейчас прокачаем, то есть у нас сразу. А, ну да, сейчас будет прокачиваться земная стихия. Давай, меняем ей. Так, на землю. Все, отлично, так, у нас теперь это прокачиваться, да, и вот это. Она бьет, наверное, просто кошмар. Такая зеленая, ядовитая дубина. Но, по крайней мере, хотя бы честного воина отыгрываем. Отлично. Отлично. Очень долго, медленно, но тем не менее. За магиев, мне кажется, тут вообще изи. Или за лучника. У лучника есть вообще выстрел стан. Вообще имбища, я не знаю, какое-то дико несбалансированное. Просто пипец. Так, нам надо бы... Ой, там кто-то, смотри-ка, еще есть. Кто-нибудь за нас идет? Нет, никто не идет. По 50, нифига ему урон-то нанес. 5 единиц. Так, опять надо распехивать все. Так. Так, все у нас открыто. Дальний бой нам не нужен. Так, это есть. Так, это есть две. Битком. Битком. Так, ты. Угу. Кстати, это может быть возникнет проблема, когда у нас будут все сумки. То есть все сумки полностью, все нельзя брать. Потому что получится так, что шмотки в сами сумки не будут браться. Вернее, они вообще не будут браться, потому что места тут не будет. Это, кстати говоря, может быть большой проблемой, блин. Интересно, а как тогда действительно будет? Так, подожди, у нас дубин-то есть, да? Ладно, давайте с лучниками разбираться. Я посмотрю, тут к нам выбежит какой-нибудь, нет? А что, все лучники, что ли? Боже, они все лучники. Лучники вообще урон не наносят, пипец. Ну попади ты, тупица. Блин, я по лучнику не мог попасть, обалдеть. Так, ну ладно, хотя бы с этим давай. Так, все, уходим пока. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, что у нас по прокачке? 2%, серьезно? Мне кажется, это от попадания зависит. Мы просто ни хрена не попали. Мне кажется, это из этого зависит. 33-й день, между прочим. Вояка хренов. Ну, хотя бы так, хотя бы так. В любом случае, качать нам надо. Вот, и не надо выпендриваться. Так, все, погнали. Дубина у нас есть, да. Ух, черт возьми. Какой-нибудь улучшенный мешок бы, или что, типа такого бы. Ну, сейчас один, без лучников, давай. О, 215, ух, как медленно. Ну, по крайней мере, хотя бы мы восстанавливаемся теперь нормально. 61. Слушай, так нифига урон-то у нас. Так, лучники нам вообще ничего не могут сделать. Водный клинок.
Ядовитый клинок. Так, окей. Лучники нам вообще ничего не могут сделать. Поэтому сейчас мы пойдем просто месить их. Ну-ка давай в рот. Ну 16 раз, ну попади один раз. Все есть. Так, ага, тут есть не лучник, окей. Так, ну тут, ага, двое, ну давайте. О, это предводитель нарков, блин. С предводителем шутки плохи, я так понимаю. Один хп, ну, зараза. Блин, один хп, а. Эх. В общем, надо как-то этих всех сначала выманить, потом уже, наверное, с лучниками разбираться. Эти лоботрясы вообще не этот самый. Так, подожди, у нас, наверное, ближайшая-то вот это, наверное, да? Вот так, наверное. Мы сохраниться не всегда могли. Блин, пипец, почему-то я не могу сохраниться здесь. Ужас какой-то. Ладно, давай выманивать тогда. Нам надо кого-то... О, все, один есть. Все, все, успокоились. Так, что-то он встал. Ага. Ага, видимо, когда далеко отходишь достаточно, он тоже перестает за тобой бежать. Ну, давай. Да иди ты в жопу, еще там стрелят кто-то. 565. Ни хрена по сотне. Дубины, конечно, вообще неплохо месим. Ты попадешь, нет, сегодня? 46, нормально. Хорош! 93 ущерба. Блин, обалдеть. И 12 единиц опыта. Слушайте, уже неплохо пошло. За 12 единиц опыта. Очень неплохо, уже неплохо, неплохо. Так, что там с щитом? Интуиция и полторашка, да? Средний, средний. То есть никакой разницы. Ну, давайте, наверное, оденем. Он хотя бы может выглядеть получше будет. Непонятно, правда, ну ладно. Так, что со стилетом? Быстрая атака. 9,5. У нас здесь 7%. Фууу. Я так понимаю, это не земная? Нет, отсутствует. Я так понимаю, что у нас... так, лучники, я так понимаю, там не этот, не алё, да? Земная атака вообще, короче, от попаданий, да, работает? Так, надо еще одного загреть. Блин, все лучники остались, да? Ну, давай там месить лучников этих. Лучники, по сути, урон вообще мизер наносят. А давай уже. Четыреста, с ума сойти. Но они, конечно, сбивают не слабо. Вообще ударить не могу, смотри. Один раз. Они сбивают, просто кошмар. Ну, а ничего не поделаешь. Черт, вас поврал. Так, нам было бы неплохо, наверное, все это слямзить. Блин, слушайте, у нас место уже пипец. Ну, по сути, мы можем в любой момент сходить в нашу деревню. А что нам мешает? В чем проблема-то, блин, пипец? У нас тут все рядом. Мы можем... разницы никакой. Мы можем либо сюда заглянуть и похилиться, либо там. То есть, в принципе, что это я туплю-то? У нас же тут все одинаково, блин. Красота какая. Ну все. Так, эти до сих пор курицы еще до сих пор забор клюют, нормально. Так, все, продаем. Так, стилет пока не продаем. Так, ну, наверное, можно с этим бегать. 37 шекелей, 12, да. Качественный круглый металлический щит. Некоторые верят, что его круглый фон приносит удачу. Пойдет, пускай приносит удачу, чем этот, чем эту шляпу. Так, тяжелый, ладно. Мы, наверное, будем продавать. Они, мне кажется, достаточно часто падают. Так, что мы еще можем продать? В принципе, все можем продать. Так, книгу это мы тоже читали. Так, луки продаем, это все продаем. Так, доспехи на нас продаем. Как хорошо, что здесь ничего чинить не надо, блин, просто обалденно.
Так, этой тоже продаем. У нас она уже открыта, нам смысла нет. Так, тоже продаем. Так, топор, ну, каждый по стихии, я думаю, оставим. Блин, жалко вот этот вот без всего, блин, попадаться, зараза, пустой. Зачаровать бы его тоже чем-нибудь. Блин, круто было бы, если бы здесь механика создания вещей бы еще была. Это было бы шикарно. Так, тоже водяной давай продаем. И эту фигню продаем. Так, давай. Отлично. Так, бич-гоблинов все продаем. Так, воздушное пока оставим. Вот так, это все у нас... Да, все открыто. И, да, солнечный свет. Ну, да, наверное, все будем продавать. Щит синий этот... Ой, этот... Ну, кстати, щит, наверное, оставим, потому что он, по крайней мере, прикольный. Так, по крайней мере, прикольный хотя бы. Так, это продаем. Эти два оставим тоже. Так, жерелье 256, амулет Теократа. Священный Теократе пользуется обещанием. Блин, я, наверное, оставлю его тоже на всякий случай. Наверное, мы его выложим, потому что он звучит как-то слишком по-квестовому, блин. Вообще не как будто, знаете, нужен будет. Так, ближний бой легкий нам не нужен. Нам нужен либо нормальный, либо на крайний случай тяжелый, но желательно нормальный. Атака. Так, эти у нас есть. Получается, этот воздушная, да, и молния. А этот у нас земельный. Да, земельный. Водный, все у нас есть. Его огненного. Ну и огненный тоже есть у нас. Так, вот этот, наверное, продаем, да? Воздушный молния, да. Продаем, потому что у нас есть он. Все. Кайф. Так, это все остальное прокачиваем. Прекрасно. Сколько у нас шекелей? 5000. Оу, сюда. Хорош, хорош, хорош. Так, сейчас выложим, наверное, то, что мне хочется. Вот по типу плаща такого, знаете, вот то, что на всякий случай, может быть, пригодится. Так, эти нам и так пригодятся. Вот это вот не пригодится. Поэтому пока выложим. Так, все. Спим. Так, огненный дождь, все это понятно. Там, по сути, одни лучники сейчас остались. Я думаю, что сейчас быстренько мы их расколбасим. Плохо только то, что вот это дерьмо не качается. 8% всего. Просто обалдеть. Просто офигеть. Очень медленно качается. Но я так понимаю, что там... Ну, по крайней мере, надеюсь, что там будет что-то крутое. Почему они сразу этот самый атакуют нас? Я не понимаю. Я еще даже не появился. Уже, вернее, далеко. А уже атака идет по нам. Так. 400 пойдет. Ни разу не ударил еще. Офигеть. Ребят, ни разу пока не ударил. Ха-ха-ха-ха, нормас. Походу придется их так лупить. Каким-то более быстрым оружием. Ну, кстати, вроде бы один раз тяпнул его. Офигеть. Ну от луков, конечно, защита колоссальная у нас. 165, еще один раз. Так, все, валим отсюда. Это я все забираю. Да ты че, зараза, не хилился. Это, блин, тупица. Блин, вот говно. Так, загрузиться. Блин, придется, видимо, как-то их этим другим оружием, потому что больно он как-то медленно бьет. 8, это просто нереально. Он просто не успевает их завалить. Но я там видел еще одного господина. Давайте, наверное, его позовем. О, отлично, вот на нем подкачаем сейчас. О, вот, по ним хотя бы попадаем. По сотне, с ума сойти. Ой-ой-ой. Так. Так, ну, давай военный лагерь. По нему, по крайней мере, попадаем. Это уже хорошо. Это еще мы без даров. То есть дары открываем. Самая проблема сейчас, по идее, с дарами. То есть когда все дары будут открыты, у нас уже не будет такого гемора, как сейчас. То есть вот берешь какую-то левую пуху и начинаешь ей что-то делать, блин.
По сути, у нас уже там будет именно мощное оружие, которое прокачано, да, то есть с даром, который работает. Вот, и им будем ковырять. Я думаю, что это будет нормально. Ой, там еще кто-то. Обалдеть. Так, давай вот этого. 150 у него осталось. Хорош. Смотри, а неплохо сейчас засандалили. Сколько у нас? 12%. 4... 4 раза попали. Нормально. 10 секунд боя, один день отдыхаем. Просто кайф. Вот завойная игра, нормально. Блин, обалдеть. Просто обалдеть. Самый трэш-бот, когда у нас этот... Обратка будет. То есть, в принципе, нам скорость уже будет не важна. Нам нужно будет чисто прокачивать этот ХП как-то. Но ХП тут отдельно нельзя прокачивать. Поэтому, типа, возвратка урона, знаете. Вот. Поэтому, как бы, проблема вот в этом. То есть, и защита качаться. И, соответственно... Так, кто у нас? Давай 14 этого. Лучник вообще не проблема. Вот этот вот. Господин, проблема. На тебе по сотне. Сюда. Так, есть. Хорош. Охотник на волков. Ну что, тут реально фармиться можно. Ты заходишь, они сами появляются. Красота какая. Нам сейчас главное прокачать бы вот эту лабуду. Сейчас денег на собираем. Только бы сейчас вот не отлететь бы. Давай, бро, я верю в тебя. Еще разочек. Бро, хорош. Офигеть, все, уходи. Хорош. Вот это кайф. Так, теперь все собираем. Обалденно. Эти мечи, черт бы их побрал, красота. Так, это ладно, это на потом. Так, водяной. Сколько у тебя? 19 пойдет. Мне интересно, вот это что такое? Какой-то ядовитый лук ополчения. Ой-ой-ой. Так, ага. 8%, нифига себе у него крит. Хорошо будет продать его. Так. Блин, жалко вот эти вот мечи, они вообще без всего, блин. Кстати, давно хотел попробовать. Можем ли мы сумку в сумку запихнуть? Не, блин, это было бы прикольно. Но имба, конечно, была бы, но тем не менее. Так, 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 так. ХП вообще нет, обалдеть. Зато воина отыгрываем, отлично. Магом, мне кажется, мы уже там всех бы разнесли, да? Но как-то хочется вот как раз таки сложности, черт возьми. Огненный дождь уже больше... Ну, огненный дождь, наверное, нам пригодится на этих... На монстрах, которые летают там эти... В мире теней, или как там называется. Короче, в потустороннем этом сраном мире. Вот, там, я думаю, долго мы не проживем. Там буквально с удара все нас валят. Вот, поэтому... Там уже, наверное, будет огонь действовать. Иначе нам там просто нахрен не выживем. Нифига. Так, сохранимся. Почему-то здесь бой идет, непонятно почему. Вот кто-нибудь нет на нас атаковать? Тоже лучники. Ага, ну давай. 400 хп у лучника. Я попасть по нему даже не могу. Ладно попасть, я не могу замахнуться и ударить. Чёртовы лучники. Смотри, вообще пипец. Они, конечно, тоже нас не пробивают, но скорость, мама, не горю, мое почтение. Так, один раз есть. Что-то урон... Не прошел, хотя кровь хлынула. Или это от нас такая кровь. Блин, вот это засада, конечно, пипец. Вообще ни разу не попал еще. Есть один раз. На тебе, похари. Скорости вообще кошмар не хватает. Нас сбивает просто пипец. Так, есть второй раз. Медленно, наверное. Как же она тяжко качается. Просто с ума сойти. Так, чую, нам надо просто отсюда уже пилить.
Да. Вот это тяжко идет, тяжко. Сколько? 18 было, да? 20%. Тупо один удар это 1%. Обалдеть. Я тут с этими 38 дней. Я просто меня, видите, немножко смущает вот эта вот надпись. 38 дней. Типа, мы уже играем, типа, 38 дней. И раз идет подсчет, черт возьми. Возможно, для чего-то он нужен. Возможно, для чего-то он нужен. Так что. Так, давайте кто-нибудь появитесь, пожалуйста. О, сюда. Сюда, хорош. Вот с этими-то господами мы нормас. Они урона мало наносят, отлично. И нас не сбивают, ну просто кайф. Надо бы добить эту сраную дубину и все бы, и забыть. Посмотрите, вот этот дар, он очень полезен может будет. Как вот это вот оживление-то, или как там? Обалдеть же вообще. Ой, давай, попади один раз, пожалуйста. Хорош. Может быть, сейчас один на один и выживем. Ну, смотрите, у нас вот эта хилка, да, она очень нам помогает. Просто пипец. Один на один шансов уже вообще очень мало у человека. Даже вот с этой дубиной. Так, есть. Хорош, так. Давай все собираем тогда. Сейчас надо все это продать будет. Ой-ой-ой. Так, это потом будет продать, черт возьми. Так, так. Давай в деревню сразу, наверное, все толкнем тоже. Блин, как же круто, а? Очень надеюсь, вот реально, самая надежда плохая, что у нас с этими, с днями с этими что-то связано. Но так, в принципе, нормально. Какой-то должен быть просто адский плюс, какой-то адский бонус. Еще, кстати, это на 57 качается. Что-то должно быть очень хорошее там с ними. По крайней мере, на это надеюсь. Она качается вообще ужасно. Поэтому очень надеюсь, что там что-то будет полезное. Ух ты! Боевая булава. Легкий. Нифига она выглядит. Ну, воздушная и громовой клинок. То есть, по сути, у нас это все есть. То есть, нам тогда она не нужна. Так, эти тоже у нас есть. Лук 100 шекелей. С ума сойти. Кинжал пока продавать не буду, потому что у нас он не прокачан. Так, тут тоже продаем. Далее, что у вас есть? Так. Продаем. Так. О, кстати. У нас их два уже. Так, ну эти мы не забивали, да? Все, отлично. Офигенно. Так. Что-нибудь, какое-нибудь полезное кольцо бы нам, да, с даром пригодилось бы. Что-то не попадается. Поперли. Блин, вообще шик. Просто шикардос. Дубина, конечно, очень медленная, но... ну ладно. Так, лагерь разбойников. Давайте, сейчас может еще какие-то мерзавцы появятся. Отлично. Кстати, лучник пропал там сверху. Лучники вообще какие-то имбанутые здесь, блин. Именно вот в плане персонажа. Они просто невероятный урон наносят. У них еще есть фишка. Дар. Этот станет при ударе. Это вообще немыслимо, блин. Вот при ударе, наверное... О, кстати, классная тема. Ты стоишь на шмотках, и он сразу их берет. Вот это класс. Ой-ой. Кремниевое кольцо, нифига. Так, там еще где-то вот оно. Ой-ой-ой. Кто-то там хотел колец. О, водная стихия, пожалуйста. Она у нас пока не будет работать, но тем не менее можем уже прокачивать. Так, 63 это отлично. Давайте это забьем тогда вот этим говном. Так, ты сюда. Вот так. Так, поперли. Кто-нибудь что тут будет? Так, мы вот с этим, да, разбирались? Такое ощущение, как будто мы быстрее бить начали. Так, есть один. Так, ну все, иди сюда.
400 хп. Ой, хорошо. А против лучников-то то ли дело. Вообще урон не наносят. Но когда персонаж играет за лучника, вообще дичь. Так. Ничего по нам не стреляет. Отлично. Так. Давай сюда. Так. Лук. Ну, лук. Лук мы не прокачиваем. Давай все сюда, сюда, сюда. Так. О, еще одна сумочка. Отлично. Так. Да. Блин, лучше, конечно, сумка бы, но ладно. Так. Сохраняемся. И погнали других. Сейчас надо, если там есть какие-то эти придурки... Бьющая. Их надо бы, наверное, загреть. Но, кстати, вроде он один. Это ему очень плохо будет тогда, если он один. Ой, хорошо. Сверху, я так понимаю, тоже лучник. Так. Так, это у нас... Угу. То есть, видите, вот я про это говорил-то. То есть, если у нас не будет места, здесь будут одни сумки. Черт его знает, куда он будет их пихать. Возможно, просто не будет брать их. О, кстати, тут есть этот. О, тут вообще жопа. Не-не-не. Тут точно надо этими стрелять. Стремят, тут вообще полная жопа. Так, давай загрузимся. Ой, подожди, наоборот, как раз таки на не так загружаться-то, да? Через эту. Там был этот, как его? Во, вот эту, давай попробуем прям тут в наглую. А, во время боя вы не можете, да? Эй-эй-эй. Так, придется как-то... Давай, наверное, вот этих тогда сначала. Лоботрясов. Ой, там еще снизу какой-то лоботряс. Блин. Давай, иди сюда, урод. Выходи 1 на 8. Разберемся по-мужски. Вот эти самые опасные, блин, от них урона пипец прилетает. Вот-вот-вот. Вот эти двуруки, самые стрёмные. От них крита нам надо ждать в самый этот момент неподходящий, блин. Просто жуть. И ничего не сделаешь. Ну, конечно, давай. Немножко-то подеремся. 336. Тут вообще ничего не спасет. 336, вот это жесть. Ну а, кстати, есть 50-50% шанс воскреснуть. Есть такой перк. Вот, было бы тоже его неплохо использовать. 336, это ничего вообще не спасет. Сколько у меня он всего? 237 хп, блин, обалдеть. Да, блин, вот же пожадничал. На самом деле сейчас нормально ему снес. Надо было этот... Блин, такое ощущение, как будто деревья горят, не? А, то эти. Листья просто, да? Блин, ну можно сохраниться. Вот в эти привязались к нам лучники и ничего не сделаешь, блин. Давай сейчас парочку ударов нанесем ему и бежим хилиться, иначе пипец. Давай, дрищ, иди сюда. А, я понял. Я все понял. Извините, пожалуйста, опять там за 300 урона. Тут ничего не попишешь уже. Войди сюда, урод. Ой, все, вот тут надо бежать. Беги давай. Хорош. Два раза ему садили, пойдет. Может быть, сейчас еще появится кто-то. Вот я к чему. 40 дней уже, обалдеть. Это мы... Нас бьют, потому что мы за бабу задохлую играем. Здорово, мужика, дайте мне. Все. Всех тут разнесет. А вот хилая бабища, толк от нее никакого, черт бы, побрал. Бега отдохлятина, блин. Посмотри на противника и на меня, блин. Ну давай, вот. 291.
Надо бы еще этот, против людей, вот эту шляпу. Может быть, кстати говоря, земна-то вот это и будет. Урон, типа, двойной. Вот это был бы кайф. Да что ты, давай. Да иди ты в жопу, господи. Ты можешь попасть просто, пожалуйста, попади по нему. Тупица, курица, блин, вонючая. Просто попади по этой башке, здоровой. Перед тобой, у тебя огромная дубина, попасть не можешь. Впереди мужик стоит огромный. Попасть не может. 300 хп, обалдеть. Во. Попади. Давай еще разочек, разочек всего. Хорош. Наконец-то, тупица, блин. Так, там какой-то боевой топор особенный. Какой-то особенный боевой топор. Боевой топор. Ну-ка, это тот же самый? А, это новенький, смотрите-ка. Так, и у нас какое-то серебряное колечко. Так, без щита. А, так нахрена мне без щита, когда со щитом надо. Блин, без щита вообще гадство. Так, ладно. Без щита, так без щита. Ну, в любом случае, прокачаем. Мало ли, когда-нибудь может пригодиться. Мы сейчас, по идее, щит у нас вообще не к селу, не к городу. Может быть, как раз-таки вот на прокачке такой двурука. Такого двурука и плюсы будет. Пес его знает. Так, давай колечко посмотрим, что еще за кольцо. Тоже водная стихия, да? Вот. Давай, вот так тогда. Так, не можем... Ну, давай попробуем сейчас этих опять лоботрясов завалить. Может, разочек там по кому-то попадем. Ох ты, замахнись, тупица. Так, один есть. Бежать. Надо бежать. Так, давайте, наверное, тогда в деревню Аратен. Вот, потому что нам продаться. И, наверное, тогда будем заканчивать на этой ноте, черт возьми. Но, по крайней мере, хотя бы какое-то оружие сыплется. Уже хорошо, новенькое. Правда, оно открывается просто невероятно. Из этого медленное оружие, это просто ужас. Его открывать просто кошмар. Просто ужас, ужас. Так, это нам не надо. Наверное, даже вот это не надо, потому что оно открывается одно и то же. Вот, и не вижу смысла в этом. Оно только место будет занимать. Кинжал пока оставим. Один на прокачку. Только на, смотри. Ну да, отсутствует, отсутствует. Так, давай тут. Денег у нас, наверное, просто уже 1006, обалдеть. Сейчас в этом лагере очень классно пофармимся, да? Обалдеть. Так. Так, это у нас прокачано. Да. На, вот эти вот сумки, наверное, уже убирать. Толку от них никакого. А так хотя бы место бы, наверное, было бы, да? За 60 шекелей можно продать его. А вот эти три сумки, мне кажется, вполне себе. Вот эти, наверное, две можно было бы продать. Да, наверное, так и сделаю уже. А, я не могу, лол. Ну ладно. Или могу. Ладно, пока мы их тогда, наверное, выложим. Вот, и на потом оставим. Наверное, вот. Блин, там что-то есть, что ли? Нету. Сумки просто проклятие, их нельзя оставлять, обалдеть, вот это да, вот это да. Ну ладно, пес с ним. Самое интересное у нас будет, когда вот это вот, дары вот эти чертовы прокачают. У нас 83 осталось и вот 39, это просто адский какой-то там дар должен быть, я не знаю, что там такое. Но второй, может быть там взрыв какой-то, черт его знает, потому что он на оружии и на первый это просто 50% земли, да. Второй может хилит при ударе, вампиризм, это было бы вообще здорово.
Но будем, как говорится, посмотреть. Ладно, все тогда на этом. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего самого хорошего. И всем пока.